Всем привет! Меня зовут Вика Соловейкина, и сегодня речь пойдет про очень фотогеничный, стильный и в то же время самый простой грэб – тейл грэб. Мы разберем тейл грэб с переводом кайта, потому что это самый простой вариант, поскольку прыжок высокий, много времени на то, чтобы взять доску и зафиксировать. Тейл грэб легко и удобно делать, потому что с планки отпускается задняя рука, в то время как управление продолжается передней рукой, чтобы кайт не залетал назад и переходил вперед, чтобы можно было продолжить движение. Прежде всего, постарайтесь добиться того, чтобы на прямом прыжке с переводом кайт останавливался на 12 часах. Прыжок может быть невысокий, но должен быть зависанием в точке. Тогда уже можно будет не задумываться о кайте и усложнять его грэбами. Грэб стоит начинать брать, когда получилось остановить кайт и он перестал лететь назад. Главный секрет в том, что заднюю ногу нужно как можно сильнее согнуть, а вторую как следует выпрямить. Достаточно просто отпустить руку вниз, и вы дотянетесь до конца доски. Чтобы грэб смотрелся красиво и стильно, нужна четкая фиксация. Нужно как следует взять рукой за доску, притянуть ее к себе еще ближе и полностью вытянуть переднюю ногу и удерживать в таком положении. Постарайтесь сделать так, чтобы передняя нога, доска и тело были в одну линию. Трюк не обязательно должен быть сложным, чтобы выглядеть завораживающе. Действительно красиво будет смотреться, если не будет лишней суеты, без лишних движений и с четкой фиксацией. Можно даже тот же самый tail grab делать по-разному. Можно опустить доску вертикально вниз, или уходить под планку и вместе с доской делать фиксацию параллельно воде, либо поднимать доску наверх. Тут уже дело вкуса, но главное — это четкая фиксация и красивые линии.